Кумкурганский район – один из самых отдаленных уголков республики. Но и здесь социальная сфера, экономика, промышленность становятся точками притяжения для новых проектов в процессе созидания. В этом году сформирован перечень из почти 70 проектов на более чем 1 триллион сумов. Шухрат Шакиров расскажет подробнее. В первом полугодии в Кумкурганском районе реализовали 25 перспективных проектов общей стоимостью 32 миллиарда 100 миллионов сумов. Тем самым постоянные рабочие места обрели более 100 человек. Одна из таких предпринимательских инициатив связана с организацией на территории малой промышленной зоны производства масла и миндаля. Здесь установлена современная технологическая линия, которой управляют 10 представителей местного населения. На сегодняшний день продукция экспортируется в соседние страны, а также направляется на внутренний рынок. Работаем над очередным проектом по производству кондитерских изделий. Другой проект стоимостью 47 миллионов долларов осуществляется в сходе граждан Махалли Азларсой. С выходом производства на полную мощность будет создано 800 новых рабочих мест. Предприятие будет выпускать ткань с последующей ее покраской. Намечается довести ежегодный экспорт продукции до 35 миллионов долларов. В настоящее время здесь продолжаются строительно-монтажные работы. С реализацией же в начале нынешнего года инвестиционного проекта в Махалли Гультепа помимо производства мяса организовали также поставку потребителям молока, для чего на 1 миллиард 450 миллионов сумм из-за рубежа завезли породистый крупный рогатый скот. Привезли скот из Австралии. Он был адаптирован к местным условиям, и коровы дали уже первый приплод. Каждый из них дает по 30 литров молока. Теперь планируем реализовать проект по его переработке. Работа в этом плане ускоряется, намечая очередные практические шаги по претворению в жизнь намеченных предпринимательских инициатив. Они, кстати, будут только расширяться. К примеру, в 2024-2030 годах на реализацию в районе 625 проектов планируется направить 9 триллионов 200 миллиардов сумм.